Все, можете в коридорчике. Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. В свой профессиональный праздник желающие смогли посетить Одинцовское отделение переливания крови и помочь тем, кто нуждается в помощи. День для работников службы крови стал необычным. В графике суббота – выходной. Но в честь праздника было сделано исключение. Сегодня был Национальный день донора, и мы благодарим наших доноров, которые приходили и сдавали кровь для пациентов нашего Одинцовского района.